1 декабря «Единая Россия» отмечает день рождения. Самой многочисленной партии страны исполнилось 19 лет. В честь праздника в картинной галерее «Люберец» прошло торжественное собрание. Основная партия на протяжении 19 лет так или иначе находится у истоков управления государством, формирует власть государственную, формирует в целом политику государства, так или иначе опираясь на жителей, на население страны. За круглым столом люди, стоящие у истоков создания Люберецкого отделения партии «Единая Россия». Из-за эпидемии коронавируса пригласить всех почетных гостей не получилось. Здесь малая часть представителей политического сообщества, которые внесли значительный вклад в развитие муниципалитета. Их многолетний труд не остался незамеченным. Каждый получил из рук главы округа благодарственные письма и памятные подарки. На сегодняшний день в городском округе Люберцы более 3000 представителей «Единой России». У партии около 2000 сторонников и 136 первичных отделений. Большая команда в волонтерском штабе – 150 человек, 50 из которых – члены партии. Я хочу пожелать, чтобы до следующего года, а следующий год юбилейный будет, 20 лет, чтобы наши ряды укрепились. И самое главное, чтобы каждый партиец был на своем месте и вносил тот вклад свой в развитие нашего городского округа. Несмотря на праздничную повестку, однопартийцы обсудили ряд рабочих вопросов. Впереди Новый год, а значит, пришла пора создавать новые проекты и реализовать то, что не успели в этом непростом году. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.